Тверской области своего экватора достигла комплексная научно-патриотическая экспедиция «Водными путями Великого водораздела МСТА-2021». Ее маршрут проходит по территориям Тверской и Новгородской областей. После 5 дней похода преодолено около 50 километров. О промежуточных итогах путешествия в материале нашей съемочной группы. Стартовав в Березовском рядке Вологодского района, экспедиция «Водными путями Великого водораздела МСТА-2021» практически сразу через считанные километры достигла границы Тверской и Новгородской областей. В центре внимания путешественников река МСТА. Река интересная и разная, говорит руководитель экспедиции Андрей Зиновьев. Если в истоке она равнинная, то ближе к устью порогов в ней становится все больше. До них участники экспедиции добрались утром в четверг. Ближе к экватору мы подошли к Опеченскому посаду, и чуть ниже Опеченского посада находится село с говорящим названием Великий Порог. Там находятся пороги, то есть плиты известняка формируют своеобразные полки, они там быки называются. Вот такой порог, три быка как раз ниже Великого Порога находится. И вот они, естественно, представляют опасность при низкой воде. А вода в реке, констатируют ученые, сейчас как раз низкая. Именно поэтому преодоление этого участка МСТы пока видится путешественникам главным испытанием на пути. Кстати, о пути. Преодолено уже порядка 50 километров. Впереди примерно столько же. Но уже сейчас можно говорить о том, что значительная часть научных задач, которые стоят перед членами экспедиции, решена. Удалось отметить и для Тверской области, и для Новгородской области интересные виды животных, в том числе входящие как в Красную книгу Тверской области, так и в Красную книгу области Новгородской. Это и зеленый дятел, это и прыткая ящерица. Описали несколько родников. И вот в связи с тем, что вода очень низкая, появляются над поверхностью воды те родники, которые традиционно находились под поверхностью. Поэтому их удается описать. Это вот в этом смысле удачный момент, когда мы имеем вот такой низкий уровень воды. Впечатлениями от увиденного за день путешественники делятся вечером у костра за обильным, как говорят сами туристы, обеда-ужином. В поход члены экспедиции взяли с собой продукцию компании «Знаток». Это качественные и вкусные консервы, среди которых фасоль, паштет, икра и, конечно, тушенка. Без мяса в любом походе просто не обойтись, и уж тем более в таком масштабном. В тушенке основной элемент – это мясо. Соответственно, для того, чтобы получился хороший продукт, мы не используем, да, проверенные заводы Калининградской, Белорусской, ну и известные заводы российской территории. Соответственно, наши технологи выезжают, тщательно отбирают мясо, соответственно, после этого пускают это в производство, и из этого происходит хороший качественный продукт, за который нам не стыдно, за который мы не переживаем, мы кормим детей. Тверская компания «Знаток» выпускает продукцию по советским стандартам из отборного мяса. Получается продукт, который не страшно давать туристам любого возраста, отмечают представители компании. Тверские путешественники в экспедицию взяли несколько десятков килограммов консервов компании «Знаток» и всегда с нетерпением ждут очередной стоянки, чтобы полакомиться чем-то вкусным. За качество представители фирмы отвечают. Цель компании «Знаток», можно даже так громко сказать, миссия – это объединить все то лучшее, что накоплено и отечественными заводами, и странами ближнего, и даже дальнего зарубежья в рамках консервации. Да? То есть это, можно так сказать, бренд-интегратор. Достигается это все благодаря задействованию собственных производственных площадок, а также привлечению около 30 заводов по всей Российской Федерации и даже, как я уже сказал, стран зарубежья. Компания работает напрямую с 30 крупными производителями. Всего под торговой маркой «Знаток» представлено свыше 160 наименований различной консервации – мясной, рыбной, сладкой группы и соусов. Продукцию «Знатока» можно найти в крупных торговых сетях столицы Верхневолжья. Добавим, что экспедиция «Водными путями Великого водораздела МСТА-2021» закончится в грядущую субботу, 31 августа. Об ее итогах мы расскажем совсем скоро.